Всем доброго дня. Сегодня хочу показать, как я завожу трактор в зимнее время, в холодную погоду. То есть сейчас на улице было 18 утром, здесь 14. Так, стоит котел. Котел, еще раз напомню, 2,5 киловатта. Так, перед заводкой, если уж сильно холодно, но сегодня не очень, отключаем гидравлику. Так, насос вот уже хорошо нагрелся. Отключаем гидравлику, это если уж нужно завести очень скоро, не совсем нагрелся. Так, далее. Не мерзнуть. Так, включаем массу. Аккумуляторы я не снимаю. Включаем массу. Так, запотевает камера. Так, включаем. Так, у меня проблема с четвертой свечой накаливания, на нее не идет ток. Предохранители целые, но не знаю, в чем причина. Может, у кого что такое было, напишите в комментариях. Но они работают, потому что сейчас отключится и стрелочка подымется. Именно не идет ток на четвертую свечу. Вот, стрелка поднимается, это значит, что отключили свечи накаливания. Ну, сделаем еще разок. Так, отключаю. Если отключаю гидравлику, то этот рычаг не трогаю, но сейчас я гидравлику не отключил. Отключаю, чтобы масло не шло на распределитель джойстика. Так, ну, рычаг ставим сюда. Здесь отключаем коробку, то есть ставим в нейтральное положение этот рычаг. Сцепление не выжимаю. При заводке так тяну вот этот вот положу, перекрывая топливо, действует как декомпрессор, заводится быстрее, он его разгоняет. Так, ну вот, в принципе, будем пробовать. Сейчас топливо перекрывать не буду. Не хватает рук. Будем пробовать заводить. 762 моточаса. Немного. Так, сейчас включаем. Сейчас пойдет нагрузочку. Слышно, закрутилась коробка. Ну и что? Если отключена гидравлика, иду включаю. Ну, сейчас уже включаю распределитель джойстика. Вот угрелся. Джойстик на плавающей стоит. Ну, как-то так. Масло залито в двигателе лукойловское 10W40. В гидравлике у меня летом ДМ-ку заливаю, на зиму гидравлическое лью, жиденькое. Поедем бороться со снегопадами, сугробами.